Много разговоров о безопасности, много необоснованной критики в наш адрес в связи со строительством атомной электростанции. Прямо заявляю, к нам претензий со стороны уполномоченных международных организаций МАГАТЭ, в части соблюдения всех норм требований, никаких нет. Нет никаких претензий. Ясно, это большая конкуренция. Построив атомную станцию, мы совершаем огромный скачок вперед. И, естественно, мы будем более конкурентоспособны. Поэтому нас начинают сегодня наклонять. Народ должен это знать. Мы это знаем и на колени не встанем. Мы построим то, что мы наметили. Важное стратегическое...